Я небольшой фанат составления видеообзоров в стиле Ютуба, который не смотрю. Но так как народ привык, приходится это делать. Вот я сегодня снимаю китайскую лабуду, которую торгую. Это как раз сам прибор бабочка с лазером, который мне все было долгое время некогда снять. Ну вот, в общем, он идет в комплекте с таким пультом. Он в фокусном расстоянии. Ну вот. Что он умеет? В основном народ покупает его без света, а точнее без дыма. Поэтому сначала я хотел показать, как она смотрится без всего. Потому что так им будут пользоваться, наверное, 50% случаев как минимум. Вот, это лазеры. С разной скоростью поворота трафарета. И разные его режимы работы обычные, на обычном диоде. То есть, что у нас там стоит? Внутри стоят два диодика, ну, типа на 10 ватт, но меньше. И два лазера, тоже маленьких. Вот что это дает. Собственно, можно все с пульта по отдельности запускать, разными цветами переключаясь. Вот лазерные режимы, на красный лазер, на зеленый лазер и кнопочка WP, ну, наверное, White Power переводится. Китайские нацики. Ну, ладно, вот. И можно увеличить скорость, уменьшить и покрутить менюшку на нем. То есть мы по кругу прокручиваем меню внутри. То есть можно выйти, правда, только в режимы управления именно вот самими цветами, но, ну или в звуковой, кстати. Ну, то есть он реагирует на звук. Или вот так. Меняет цвет при этом. Звуковых режима 2. Это без дыма. С дымом уже это все поинтереснее. Ну вот, можно уже видеть лучи от него. Лазер, но он и так неплохо смотрится. Ну, основное у него, конечно, это лучи. Или все вместе. В основном, наверное, будет использоваться именно в этом режиме. Потому что лазер отдельно не так интересно. Диодики отдельно тоже. Ну, хотя это посимпатичнее будет. Ну, или все вместе.
Ну, так это смотрится с другой стороны. Там. Лазерный. Диодный. И совмещенный режим.